Ну, а все-таки люди сказали свое слово, а потом, когда все-таки вот закопали, потом до самой ночи на этой могиле сидели молодые люди и читали стихи Пастернака. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. До сущности протекших дней, до их причины. До оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти. О беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях, попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок. Цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты. Луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо. Фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука. Натянутая тетива тугого лука.